ağzından balı gelir. Parlama sarı güzel sarı beyeli. Не только мелодия же привлекает. Мелодия – это как бы транспорт, перевозящий вот эти ценные, ценный материал, стихи. И великий Глинка сказал, в пении или в песне главенствующую роль играет слово. Şişesi, pencerede şişesi, mor ile melevşesi, gel gel aman aman. Каждая песня – это маленький спектакль, если так образно говоря. Если этого спектакля нет, значит, нечего и петь. İsteğen beni sağ sola sana, dünya. Мои друзья, медики иногда или психологи говорили, ты не падаешь после выступления на сцене? Я говорю, почему я должен упасть? Да ты столько энергии отдаешь. Думаешь, вот сейчас он выйдет и упадет. А я говорю, а вот зритель-то мне возвращает? Ведь Бейбутов великий пел. Кто отдал, богаче стал, то сберег, тот потерял. Чем больше даешь, тем больше возвращается. Kişilerim sıkıp yol aldım orga çalatım benim yel ayak yorga.